Сегодня сотрудники прокуратуры республики отметили свой профессиональный праздник. 292 года назад была образована прокуратура России. Благодаря ежедневной работе правоохранителей решаются важнейшие государственные задачи. В 2013 году в республике выявлено свыше 27 тысяч нарушений прав и свобод граждан. Особое внимание уделялось защите трудовых и жилищных прав, обеспечению своевременной и качественной медицинской помощи и экологической безопасности. Выражаю особую признательность ветеранам, сохранившим славные традиции российской прокуратуры и ныне передающим свой бесценный опыт молодому поколению. Хочется пожелать дальнейших успехов. Все то, что делаете, на самом деле делаете на благо развития Чувашской республики, на благо развития Российской Федерации. В честь праздника лучшие сотрудники получили грамоты, а 6 специалистов, среди которых были работники и пенсионеры ведомства, были награждены часами с гербом республики. Глядя вот на нас, ветеранов, вы всегда думали и говорили между собой, это мы через 5, 10, 20 лет, а мы... Глядя на вас, действующих сотрудников, на ваши успехи в обеспечении законности на веренных участках, говорили, что это мы 5, 10, 20 лет назад. Спасибо.